Виктор Янукович, предположительно находящийся в Харькове, заявил, что отказывается уходить в отставку. Такой пример, который увидела наша страна и весь мир, пример государственного переворота. Делаю все, чтобы не допустить дальнейших кровопролитий уже близких мне людей. Виктор Федорович, вы пошли? Меня все время пугают ультиматумы. Я никуда не собираюсь уезжать из страны. Я не собираюсь подавать в отставку. Я законно избранный президент. Мне давали гарантии все международные посредники, с которыми я работал, что они дают гарантии безопасности.